Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов с описанием по книге «Великий музей мира» Игнасио Солага и Савалетта «Человек из Сеговии». 1906 год. Холст масла 191 на 116. В 1898 году семейство дяди-живописца Даниэля поселилось в Сегове. Сегодня здесь открыт музей знаменитого керамиста Даниэля Суолаги. Часто гостивший у него художник был покорен этим краем. Так появилась его черная серия. На полотнах жителей центра Испании крестьяне, погонщики, пастухи, земледельцы, старые женщины, вечно в траурных одеждах, карлики, прокаженные, сохраняющие солидность в любой ситуации, часто предстающие под грозовыми небесами, особая дань любимого Эль Греко, на фоне холмов, увенчанных суровыми замками и городами, воплощает особую стать кастильцев. Такая репрезентация отвечала патриотическому настрою испанской интеллигенции, в том числе художников, философов, писателей, друзей и моделей Суолаги, так называемого поколения катастрофы или поколения 98 года. Именно в то время страна потерпела сокрушительное поражение в войне с американцами. Одна из идей ее возрождения заключалась в возврате к исконным началам, изоляции от буржуазной Европы. Черная серия, даже подчас с трагическими мотивами, оказалась чрезвычайно востребованной, в том числе коммерчески, не только земляками-авторами. А персонажи на авансцене композиции каждого его холста принесли мировую славу не только их создателю, но и всему испанскому искусству. Ну вот такое описание к работе Игнасио Солага и Савалетта. Работа называется «Человек из Сеговии». 1906 год. Описание по книге «Великий музей мира». Пока-пока, до свидания.